Костанае стартовал чемпионат МВД Республики Казахстан и общества «Динамо» по президентскому многоборью. Соревнования среди сотрудников правоохранительных органов продлятся через 4 дня. Первенство посвящено 90-летию создания физкультурно-спортивного общества в нашей стране и 70-летию Победы. Спортивная программа «Спартакиады» насыщенная и разнообразная, ведь президентское многоборье – важнейший служебно-прикладной вид спорта для полицейских. Участники – это 22 команды из всех регионов Казахстана будут соревноваться в стрельбе из боевого оружия, плавании вольным стилем и легкоатлетических видах спорта в 4 возрастных категориях. В прошлом году сборная ДВД Костанайской области стала золотым призером чемпионата. Все объекты предназначены для проведения, можно сказать, международных соревнований. И соревнования по легкой атлетике, это бег 100 метров, 60 метров, метание гранаты, прыжки в длину и бег 1000 метров, и также бег 3000 метров на центральном стадионе, который соответствует всем нормам строительным и гигиеническим. Также это возможно, потому что еще у нас славные традиции по президентскому многоборью в Костанайской области,